Всем привет, с вами профессор Гуглов. Наш мозг невероятно мощный инструмент, и он способен стать еще эффективнее, если правильно его развивать. Представляем 10 простых способов, как развить мыслительные способности. В 2010 году ученые сделали интересное открытие. Они обнаружили, что микробактерия вакка положительно влияет на умственные способности мышей, попав в их организм. Бактерию можно обнаружить даже в уличной пыли. Конечно, это не значит, что нужно включить пыль в свой рацион. Достаточно прогуляться на свежем воздухе или поработать в саду. Освежите свои привычки. Например, встаньте с другой ноги с утра. Или смените руку, у которой чистите зубы. Попробуйте изменить свою походку. Даже эти небольшие изменения помогут увеличить эффективность вашего мозга. Также нужно научиться правильно отдыхать, чтобы работать эффективно. Здоровый крепкий сон увеличит запас сил и поможет лучше фокусироваться на задачах. Недостаток сна или его отсутствие отрицательно влияет на мозговую активность. Ученые рекомендуют спать от 6 до 8 часов. Тысячи приложений разработаны, чтобы укрепить вашу память и мыслительные способности. Выберите несколько и проводите свободное время с пользой. Кофеин воздействует на выработку нейромедиаторов, таких как допамин и норадреналин. Они помогают оставаться собранным и работоспособным. Считается, что чашечки кофе достаточно, чтобы держать ваш мозг в тонусе на протяжении дня. Научно доказано, что физическая активность на свежем воздухе стимулирует мозг на производство новых клеток. Нет нужды становиться спортсменом, но небольшая пробежка никому не повредит. Составляя список покупок, прочитайте его несколько раз. В магазине попытайтесь купить все необходимое по памяти. Затем, стоя в очереди, посчитайте сумму ваших покупок. Если вы все сделали верно, побалуйте себя шпинатом. Он полезен для памяти. Играйте в шахматы, покер и даже тетрис. Помимо того, что это отличные игры сами по себе, они еще и хорошо развивают ваши мыслительные способности. Кубик Рубика тоже очень хорош, стоит копейки и отлично помогает. Грецкие орехи – лучшая закуска для мозга, они даже похожи. 5 орехов в день дадут достаточное количество лецитина, которые укрепят память и мозговую активность. Не переборщите с алкоголем. Может показаться, что это очевидно, но все же очень важно. Алкоголь разрушает гиппокамп, часть мозга, ответственную за память и пространственную ориентацию. Плюс пьяный человек выглядит глупо и нелепо. Ну что ж, с вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся.